тавлину. А вот тавлинчик отличается. Маленький павлинчик еще не вырос. Ой, какие они же маленькие еще бывают. Еще не вырос. Ой. Ой, какие. Ой, он меня бодает. Он меня бодает. Ой, бодает меня. Бодает. Ой, не могу. Эта кроха меня бодает. Ой, какие хорошие. Ой, какие хорошие. Бараны. Козы. И серые, и коричневые. Чудненько. Мне понравилось. Ну еще хочешь боднуть? Ну давай, бодни меня. Бодни. Давай, бодни меня. У всех на ушах бирки, так, все пронумерованы, вот место им отдохнуть, навес есть, а вон там сено, и они кушают. Хорошо устроились, водичка вот у них здесь. Ой, это ему все бодаться надо. Все надо ему бодаться, бодаться. Это домашние кролики. Ой, какие симпатичные кролики. Такая голубятня здесь прям посреди зоопарка, шикарная. Выдержана в каком-то древнем стиле. И голуби живут, от жары спасаются. А вот кенгуру. Даже кенгуру здесь есть. Ничего себе, из Австралии даже привезли кенгуру. Настоящие кенгуру. Этих животных я знаю. Что-то они вообще на жаре. Им тяжело. Ой, тяжело на жаре. Шикарно. А этот все за мной ходит. Ой, ходят, ой, ходят. Да, все правильно, кенгуру. Красный кенгуру.
Павлины продолжают свободно гулять. Ой, гуляют павлины. Хороший уголок, мне понравился. Шикарный уголок. Отдохнуть, посидеть. Стоит 30 шекелей. На наши деньги это стоит 450 рублей. Очень советую, кто будет в кибуце Дагане, посетить этот замечательный уголок. Где еще так можно отдохнуть в окружении павлинов, козочек, голубей, петухов, куриц. Вот стол, где люди отдыхают, и там же и павлин на лавке сидит. Вот он, павлин на меня смотрит, который на лавке стоит. Ой, какой красавец. Какой красавец. Ой, какой красавец. Thank you.
мороженого хочет покушать. Хочет мороженое אני צריך להביא הביתה, מה עשיתי עם הנאום שהבאתי? שם פה, משרד הרצפה.